день, коллеги, уважаемые депутаты. Значит, дети, оставшиеся без попечения родителей, или дети-сироты, оставляются представителям слабозащищенной социальной группы населения и нуждаются в особой государственной поддержке. Соблюдение законных прав и интересов детей данной категории – одно из основных направлений деятельности управления образования, которое осуществляет полномочия органа опеки и попечительства. Исходя из принципов приоритетности подготовки детей данной категории к полноценной жизни в обществе, действующим законодательством предусмотрены различные формы устройства таких детей. В рамках организационно-разъяснительной работы по вопросам семейных форм устройства детей данной категории специалисты отдела социальной защиты и охраны прав детства Управления образования предлагают такие формы семейного устройства, как усыновление, удочерение, опека-попечительство на безвозмездной основе и опека-попечительство на возмездной основе по договору о приемной семье. Стратегия органов опеки и попечительства по социальной поддержке детей данной категории на городском округе Ахинский направлена на передачу таковых детей в приемные семьи. Поэтому приоритетом является форма семейного устройства такая, как приемная семья. В 2020 году было выявлено и учтено на территории городского округа Ахинский 8 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. У вас есть таблица для сравнения, поэтому в сравнительном аспекте я говорить не буду. Из них круглых сирот один. Переданы на воспитание в замещающие семьи 6 детей, из них один ребенок сирота. Двое детей, которые изначально были направлены под надзор в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроены. Вместе с тем, планомерная организационно-разъяснительная работа с гражданами по вопросам семейных форм устройства детей данной категории, оказанием консультативно-правовой помощи позволило двоих детей, которые изначально были направлены под надзор в организацию для детей данной категории, устроить замещающую семью. Необходимо отметить, что один ребенок данной категории из ранее выявленных был усыновлен. В 2020 году случаев отказа родителей от новорожденных детей отсутствует. Всего по состоянию на 1 января 2021 года на учете в отделе состоит 150 детей данной категории. Из них 23 ребенка – это категория сирот, 10 инвалидов, 23 ребенка – это дети с ограниченными возможностями здоровья, 3 ребенка в возрасте до 3 лет. Социальная поддержка детей данной категории обеспечена нами в полном объеме. Работа в данном направлении систематизирована. Но если рассмотреть размеры ежемесячных денежных выплат на содержание детей данной категории, да, то мы смотрим, что в 2020 году была оплата больше, нежели, допустим, в 2019 году. Так же, как и содержание детей-инвалидов, детей-инвалидов и детей, которые достигли 18-летнего возраста. В таблице у нас там все расписано. Предоставлены компенсации расходов на оплату стоимости проезда, провоза багажа к месту использования отпуска и обратно 6 замещающим родителям и 9 их подопечным. Двум замещающим семьям была предоставлена единовременная денежная выплата на приобретение мебели в размере 100 тысяч рублей. Организована нами работа по приобретению новогодних подарков. Так, 104 подопечные получили новогодние подарки, которые были частично приобретены за счет спонсорской помощи. С целью создания положительной мотивации и обеспечения успешной социализации детей данной категории, которые воспитываются в замещающих семьях, было проведено нами 3 мероприятия с привлечением замещающих семей. Одно мероприятие было переведено в дистанционном режиме. Охвачено было 35 родителей и 81 ребенок. В рамках реализации информационного сопровождения проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта образования была организована работа по сопровождению замещающих семей с привлечением организаций, оказывающих психолого-педагогические услуги. Была дана консультативная помощь, психолого-педагогическая помощь гражданам, для которых это было нужно, и также тем гражданам, которые хотели принять в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей.
Были заключены контракты на проведение 4 школ приемного родителя, 2 семинаров-тренингов и 3 тренингов. Тематика различная, ну, это и профилактика эмоционального выгорания семейных приемных родителей, простите, это и тренинг общения для родителей с детьми, которые ограничены в возможностях здоровья, это профилактика суицидального поведения детей в подростковом возрасте, ну и так далее. В рамках оказания дополнительной психолого-педагогической поддержки замещающим семьям с целью повышения педагогической компетенции замещающих родителей, которые приняли на воспитание детей данной категории, отдел сотрудничает уже давно в системе с Центром психолого-педагогической помощи семьи и детям города Южно-Сахалинска. Так, в 2020 году на сопровождении данных специалистов состояло 34 семьи, ну, что на 10 больше, нежели в 2019 году. В целях осуществления контроля за деятельностью замещающих родителей было проведено 367 плановых проверок. Условий жизни несовершеннолетних подопечных, соблюдения замещающими родителями прав и интересов законных данных несовершеннолетних подопечных, обеспечение сохранности их имущества, ну, а также выполнение за замещающими родителями требований к осуществлению своих прав и исполнению своих обязанностей. Также было проведено 2 внеплановых проверки. При проведении проверок ненадлежащего исполнения обязанностей замещающих родителей нарушений ими прав и законных интересов подопечных не выявлено. К осуществлению контроля за условиями жизни и воспитания детей в замещающих семьях для проведения диагностики и интерпретации результатов, полученных при обследовании условий жизни подопечных с целью организации коррекционной работы, привлекаются специалисты соответствующей квалификации. Это и педагоги-психологи, это социальные педагоги, и это психоаналитики, которые, ну, имеют специальные знания в психолого-педагогической, аналитической и социальной направленности. В 83 замещающих семьях, в которых воспитываются 159 несовершеннолетних подопечных, были проведены в 2020 году профилактические беседы, ну, в том числе посредством телефонной связи, о соблюдениях родителями прав и законных интересов несовершеннолетних подопечных, ну и обеспечения сохранности имущества и так далее. Также в системе проводилась работа по проверке сохранности состояния закрепленных жилых помещений. Контроль по обеспечению надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений осуществлялся согласно плану проверок жилых помещений. В случае необходимости наличия оснований проводится в основном установленном порядке организационная работа по признанию помещений непригодных для проживания. В 2020 году было проведено нами 50 проверок сохранности закрепленных жилых помещений, 12 жилых помещений признаны непригодными для проживания, ну, что явилось основанием установления факта невозможности 13 гражданам категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ранее занимаемых жилых помещений. В сфере особого внимания находится летний отдых детей данной категории. Охват детей данной категории по всем формам отдыха и занятости в летний период составил 32%, 50 детей. Из них 6 детей выехали за пределы области с законными представителями. В лагерях, в санитарно-оздоровительных учреждениях отдыхало 41 ребенок, трудоустроено было 3. Но необходимо отметить, что в связи с принятыми мерами по предотвращению распространения коронавирусной инфекции наблюдается более чем в 2 раза снижение уровня охвата отдыха и оздоровления детей данной категории по сравнению с прошлым годом. Обеспечены права детей данной категории на жилые помещения. В целях своевременного обеспечения жилыми помещениями проводится организационная работа с категорией лиц, имеющих право на предоставление жилых помещений в соответствии с федеральным законом 159. Дополнительный гарант по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Сформирован список детей данной категории, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального и областного бюджета. В 2020 году также график прибытия граждан на постоянное место жительства, ну, на территории городского округа. И направляется данный график ежегодно в КУМИ для дальнейшей работы данного учреждения. В 2020 году на приобретение жилья для детей данной категории
из областного бюджета было выделено 8 миллионов 540 тысяч рублей. Согласно плану графика размещения заказов, было приобретено 11 жилых помещений. Ну, в сравнении в 2019 году, пожалуйста, в таблице посмотрите. Из 12 выпускников прибыло на территорию городского округа Ахинский 8. Договора найма жилого помещения для детей данной категории заключены с 10 гражданами, в том числе с 8 выпускниками. Один гражданин у нас еще все никак не может выехать из города Южно-Сахалинска. Поэтому договор, ну, видимо, да, договор, поэтому с ним еще не заключен. Но квартира стоит. Подводя итог сказанному, отмечаем, деятельность управления образования, которое осуществляет полномочия органа опеки и попечительства по соблюдению законных прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, целенаправленно и планомерно. Выстроена система взаимодействия с органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности правонарушений несовершеннолетних в части незамедлительного информирования о нарушении прав и интересов несовершеннолетних детей. Динамика семейного устройства положительная. Приоритетной формой семейного устройства является в городском округе приемная семья. Организована работа по оказанию услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям, также законным представителям, а также гражданам, желающим принять свои 7 детей, которые остались без попечения родителей. Все это проходит в рамках реализации информационного сопровождения проекта «Поддержка семьи, имеющих детей» национального проекта образования. Усилен контроль по обеспечению надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений. Нанимателями, членами семей нанимателей по договорам социального найма, либо собственниками которых являются дети, сироты или дети, оставшиеся без попечения. Также утвержден план проверок жилых помещений на 2021 год, который включен в реестр жилых помещений нанимателями или членами семьи нанимателей по договорам соцнайма, либо собственниками, которые являются дети данной категории. Не теряет своей актуальности проблема возврата детей, замещающих семей, и прекращения обязанностей попечителей либо приемных родителей. Также не теряет своей актуальности проблема сохранения жилых помещений, закрепленных за несовершеннолетними. В заключение своего выступления считаю необходимым обозначить острые проблемы. Проблемы в части фонда оплаты труда муниципальных служащих, осуществляющих государственные полномочия в отношении несовершеннолетних. В 2019-2020 году содержание объем трудовой функции специалистов отдела, где трудится 3 специалиста, увеличены в разы. Это по осуществлению контроля за использованием и сохранностью жилых помещений. В августе 2020 года на основании постановления правительства Сахалинской области за номером 385 был утвержден порядок осуществления контроля за использованием и сохранностью жилых помещений. То есть он узаконен, и объем согласно данного порядка, он просто. По обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Согласно постановлению правительства 4 апреля 2020 года за номером 397, тоже объем увеличивается. По обеспечению информационной передачи в автоматизированной информационной системе, это сегмента из Государственного банка детей о детях данной категории, о лицах, лишенных родительских либо ограниченных родительских прав. Также в настоящее время мы ведем базу ЕГИСО о родителях, законных представителях, либо о гражданах, лишенных родительских прав, либо о законных представителях детей, оставшихся без попечения родителей. Необходимо отметить, что в Сахалинской области из 18 муниципальных органов местного самоуправления, на которые были возложены полномочия органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних детей, обозначенные мною проблемы существуют только в двух, в том числе и в Ахинском городском округе.